Список английских прилагательных, часть 7. List of English adjectives, part 7. Итак, давайте с вами дальше посмотрим на оставшиеся прилагательные. Let's look at the rest adjectives, да, на оставшиеся. Значит, rest в английском это отдых, да, to have a rest. Например, he likes to have a rest, ему нравится отдыхать. Или, or he likes having a rest. И rest также это оставшиеся, да. The rest of our adjectives, оставшиеся наши прилагательные, да. Итак, the rest of the group, да, оставшаяся часть группы. Итак, kind, добрый. He is very kind, он такой добрый. He always gives presents, он всегда дарит подарки. Yes, what a good person, какой хороший человек. Lazy, ленивый. Oh, I'm so lazy, я такой ленивый. But she is another person, она другой человек. She is really hardworking, она действительно очень усердная, да? Hardworking – это усердный. Light – светлый. My room is very light, моя комната очень светлая. But earlier, но раньше, it was really dark, она была действительно очень темной. Low. What do you think about his English level? Что вы думаете об уровне английского? Is it low or high? Он низкий или высокий? I think high. Я думаю, высокий. Значит, lucky, везучий. You're lucky. You're lucky. Да? Тебе везет. You're a lucky person. Ты везучий человек. So, luck smiles at you. Да? Удача улыбается тебе. Luck smiles at you. And I hope luck will smile at us. Да? Удача улыбнется нам. Ну, why not? Почему нет? I believe so. Я верю. Modern. Современный. This is a very modern city. Это очень современный город, да? Значит, несовременный – это, например, устаревший, old-fashioned. Например, these words are really old-fashioned. Эти слова старомодные. Значит, melodic – мелодичный. Where his voice is very melodic. Его голос очень мелодичный. Or this language is very melodic. Этот язык очень мелодичный, massive, массивный, да? В принципе, здесь даже есть слово mass, да? Mass, например, weapons of mass destruction. Оружие массового поражения. What do you think about weapons of mass destruction? Что вы думаете об оружии массового поражения? Of course, it's terrible. Конечно, это ужасно, да? Слово terrible мы проходили, да, massive, массивный, very big, очень большой, huge, да, проходили такое слово, как gigantic, далее, noisy, шумный, please, for example, close the windows, it's so noisy, да, например, when you have a view of the road, когда у вас видно дорогу, I think you can hear the noise, вы можете слышать шум, yes, and it's irritating, это немножко раздражает. So, and you can say, close the window, close the window, close the windows. You don't want to hear that noise, вы не хотите слышать этот шум. И narrow, низкий, да, низкий это low, узкий, да, sorry. Narrow, so the street is really narrow, улица действительно очень узкая, да. And you know that there are many narrow streets almost in every town, да? Очень много личных улочек практически в каждом городе они есть. Really, it's a fact. It's a fact, yes, это действительно факт. Окей, вскоре продолжим. Так что не унываем. Never give up. Никогда не унывайте. And we'll go ahead. Thank you. Bye.